Это бюджетный тахеометр для выполнения большинства геодезических работ. Тахеометр имеет угловую точность 2 секунды. Всем привет, с вами Александр Устинов, и сегодня у меня на распаковке новый тахеометр от компании CHC CTS-112R4. Поставляется тахеометр в пластиковом кейсе, в комплекте у меня сам тахеометр, две литий-ионных батареи. Батареи заряжаются через порт USB тип B, расположенный на самих аккумуляторных батареях. Зарядное устройство для батарей, карта памяти SD на 16 гигабайт, кабель для передачи данных USB, mini-USB, комплект юстировочных инструментов, набор отражательных марок 4 размеров, нитяной отвес, чехол для защиты тахеометра от дождя, также к тахеометру идет диагональная насадка на окуляр в футляре и ремни на кейс для переноски тахеометра. Сейчас расскажу подробнее о самом тахеометре. Итак, тахеометр CHC CTS-112R4 – это бюджетный тахеометр для выполнения большинства геодезических работ. Тахеометр имеет угловую точность 2 секунды, высокопроизводительный лазерный дальномер с дальностью безотражательных измерений до 1000 метров и с использованием призмы до 5000 метров. Тахеометр оснащен двусторонней клавиатурой и встроенным лазерным отвесом. Встроенный лазерный отвес обеспечивает быструю установку прибора в любых условиях. На каждой стороне прибора имеется LCD-дисплей на 6 строк диаметром 2,8 дюйма и буквенно-цифровая клавиатура на 28 клавиш с подсветкой. Увеличение зрительной трубы тахеометра 30 крат. Тахеометр имеет встроенную память на 4 мегабайта, что позволяет записать около 30 тысяч точек. Также возможно расширение памяти за счет использования SD-карты объемом до 32 гигабайт, что позволяет записать ориентировочно 245 миллионов 760 тысяч точек. Работает тахеометр от одной литий-ионной аккумуляторной батареи, емкость аккумуляторной батареи 3100 мАч. Время работы от одного заряда до 8 часов в режиме измерения углов и расстояний и до 16 часов при измерении только углов. Время полной зарядки батареи – 3 часа. Вес прибора вместе с аккумулятором – 5 кг 200 грамм. Степень пылевлагозащиты тахеометра – IP55. Рабочая температура от минус 20 до плюс 50 градусов. Время измерения на призму в точном режиме 1/10 секунды и в стандартном режиме 0.3 секунды. Точность дальномера тахеометра при измерении на призму 2 мм плюс 2 мм на километр, при измерении на отражательную пленку и в безотражательном режиме 3 мм плюс 2 мм на километр. Тахеометр имеет соосный лазерный указатель с красным лазером видимого диапазона. В приборе имеется модуль Bluetooth версии 2.0. Тахеометр имеет компенсатор на базе двухосевого фотоэлектрического датчика, диапазон работы компенсатора 3 минуты, точность 1 секунда. Точность встроенного лазерного отвеса 1,5 мм при высоте прибора 1,5 метра. Сбоку одной из панелей управления имеется слот для SD-карты и порт mini-USB для передачи данных. Стоимость тахеометра CHC CTS-112R4 на сайте компании Print 198 тысяч рублей. В ближайшее время компания Print планирует добавить поддержку тахеометра CHC CTS-112R4 в программное обеспечение Landstar. Итак, это была распаковка и краткий обзор технических характеристик нового тахеометра CHC CTS-112R4. Это бюджетный, универсальный, простой в использовании тахеометр со встроенным понятным программным обеспечением. В ближайшее время я планирую снять видео с обзором меню и функций программного обеспечения данного тахеометра, а также провести полевой тест. Чтобы не пропустить следующие видео, подписывайтесь на канал. С вами был Александр Устинов. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!